Привет, ребят! С вами дядюшка Алишоу, и сегодня я подготовил новую бомбезную подборку самых крутых вещей с сайта AliExpress, которые точно вам понравятся, это я обещаю. А также не забывайте про три заветные кнопки: лайк, подписка и колокольчик. Они делают меня счастливей. Ну а также не забывай про конкурс на новый смартфон Samsung Galaxy A32. Все условия конкурса будут в конце видео и результаты конкурса прошлого видео. Ну а теперь хватай чаек, вкусняшки, присаживайся поудобнее и приступай к просмотру. Погнали! Ра-та-та-та-та-та! Всем оставаться на местах! Я вооружен! А? Вы тоже себе хотите такой автомат? Ерунду спрашивай, конечно же хотите. Это очень клевая пушечка, выполнена из дерева, а еще она по-настоящему умеет стрелять. Причем не хило, так я вам скажу. Для этого используются резиночки, которых одновременно может поместиться до трех штук. У автомата есть пусковой крючок, ствол, приклад и даже ремешок. По размеру он такой же, как настоящий, а что самое главное, попадание из него не оставляет серьезных повреждений. С таким резинкострелом можно устроить войнушку и наповал сразить всех своих друзей. Вот же они обзавидуются вашему оружию. А здесь у меня оружие для взрослых, и сейчас поймете почему. Шампанское есть на любом праздничном столе. Кроме того, оно может выполнять роль отличного средства для безудержного веселья, когда от переизбытка эмоций хочется щедро катить пеной себя и окружающих. Думаю, вы понимаете, к чему я веду. Это распылитель, который превратит бутылку с этим напитком в настоящее оружие. По сути, он заменяет собой штатную пробку. Для подачи струи реализован курок, а контурные захваты на рукояти позволяют управлять ее направлением, используя лишь одну руку. Ребята, а здесь у меня крутой электросамокат, который можно урвать на Алиэкспресс по очень приятной цене. Изделие имеет складную конструкцию, благодаря которой он легко помещается в багажнике. Корпус состоит из алюминиевого сплава и выдерживает нагрузку до 180 кг. Думаю, смотря на него уже можно понять, что аппарат довольно-таки серьезный. Спереди установлена светодиодная лампа, а сзади ходовые огни, что упрощает покатушки в темное время суток. Также здесь имеется собственный бортовой компьютер, который отображает скорость, время и уровень заряда. Еще одной особенностью электросамоката стала огромная автономность 120-150 км в зависимости от выбранной емкости батареи максимальная скорость может достигать аж 85 километров в час во время своего шопинга я не забыла о животных поэтому ловите очень клевые прикид для небольших собачек Уверен, те, кто любит фильмы ужасов, точно его заценят. Это одежда куклы Чаки. Да, той самой стрёмной куклы маньяка с ножом в руке. Костюм цельный состоит из комбинезона, полосатой кофты и, естественно, главного инструмента Чаки – ножа. Очень забавно, когда питомец бегает в этом наряде. Сразу аж мурашки по коже пробегают. Думаю, это идеальный костюм для вечера страха или Хэллоуина. Теперь-то я точно не смогу отказать своему любимцу, когда он попросит еще одну порцию корма. А это очень полезное приспособление для кухни, представляющее собой регулируемую мерную ложку, оснащенную шкалой. Объем регулируется от, 3, от 0 до 30 мл. Такие ложки могут применяться в кулинарии, где всегда есть необходимость точно отмерить количество соли, пряностей и других ингредиентов. Это поможет вам добиться точного соотношения вкуса, цвета и запаха блюда. А это топовый движок, который был построен на базе V8 модели. Не знаю, как вам, но лично мне в нем безумно нравится буквально все, вот правда. И эти трубы, которые торчат в большом количестве, и сами элементики, которые двигаются во время работы. Вот смотрю я и не могу глаз от него оторвать. А самое крутое, что он полностью собирается вручную и может доставить вам море положительных эмоций уже на стадии сборки, не говоря уже о результате. И как я люблю делать с такими вещицами, как они мне надоедят. Просто ставите их на видное место, они очень эффектно выглядят и хуже точно не сделает. А следующие вещи будут в восторге все фанаты шутера CSGO, хотя, как по мне, не обязательно что-то знать об игре, чтобы влюбиться в это. Ребят, представляю вашему вниманию керамбит нож, уникальной особенностью которого является серповидный клинок, лезвие которого заточено по внутреннему изгибу и рукоять в головке, которая имеет отверстие под палец. Нож удерживают основным хватом, продев указательный или большой палец в кольцо. Керамбит стал популярен благодаря игре Counter-Strike Global Offensive, где он является одним из главных аксессуаров. К слову, знающий толк. В этом деле обязательно обратят внимание на потрясающий окрас градиент. Чтобы получить себе такой ножик в стрелялке, придется все 11 классов каждый день откладывать деньги с завтрака или пойти по простому пути прикупить себе экземпляр соли, который совершенно не отличается от пиксельного варианта. Ребят, вы когда-нибудь встречали яблоки в виде сердца, растущие на деревьях? Уверен, что нет. Разве что отдаленные его напоминающие. Но представляете, на просторах Китая можно найти необычную штуку, являющуюся специальной формочкой, в которую помещают и выращивают созревающий плод. Помимо необычной формы на яблоко также можно нанести и надпись, например, love. То, что в итоге получается, просто поразит ваше воображение. Не знаю, как вы, но лично я с детства мечтал о домашних питомцах. Правда, к сожалению, мне их никто не покупал, но все же. Сейчас, когда я вырос, я наконец понимаю всю ту ответственность, которая поджидала меня прямо за покупкой пушистика. Куда круче в то время было бы мне играть с подобной машинкой роботом. Ну а что? Она очень клево выглядит, прикольно и быстро катается, светится, может быть кастомизирована под мои предпочтения и вообще имеет множество режимов, которые развеселят не только владельца игрухи, но и всех окружающих людей. Так что хватайте скорее на заметку. Средство для самозащиты – то, что пригодится любому человеку в наше время. При этом никто не будет рад постоянно носить с собой что-то громоздкое, поэтому я подготовил для вас необычную вещь, которая не займет много места и всегда будет рядом. Это кольцо для самообороны. В случае надобности им можно защититься от противника или, используя всю ту же ударную часть, разбить стекло. Само кольцо, как и острый наконечник, выполнено из нержавеющей стали и имеет привлекательную раскраску. Ребята, здесь у меня необычная формочка для льда, которой вы точно удивите всех гостей, в особенности тех, кто любит зарубиться во всякие стрелялки. А все дело в том, что она выполнена в виде гранаты в полный размер. Изделие состоит из двух силиконовых половин, благодаря чему лед получается очень реалистичной и выпуклой формы. По-моему, подобная вещица может послужить идеальным дополнением вечеринки или геймерского вечера если у вас есть болт, который нужно вытянуть или закрутить, но это не удается сделать, потому что тот весь из себя такой ржавый, потертый, сыпется и просто не дает нормально с ним взаимодействовать. Не спешите паниковать. Не спешите паниковать, выход есть. Существует такое вот клевенькое приспособление, позволяющее легко закрепить концы сломанных или заржавевших болтов, чтобы снова установить гайку. Лично я уже знаю, кому такое стоит подарить, если у меня есть у меня один знакомый любитель пошаманить над старыми механизмами. Уверен, он с ржавыми вредителями встречается нередко. В детстве я просто обожал играть во всякие игрушки, одной из моих любимых игр в то время был трактор. Я с ним веселился буквально везде, и дома, и в песочнице, и на улице, когда мы гуляли с родителями. В общем, не давал ему покоя. Эта модель, на которую я только что наткнулся, капец как на него похожа. Вот я решил продемонстрировать ее вам. Она является конструктором. Конструктор, к слову, довольно простой. Ребенок, как мне кажется, без труда его соберет и получит море положительных эмоций. Ну а дальше его ждет спектр веселья с самим трактором. Играй с ним, открывай капот и цени двигатель что-нибудь или вовсе разрисовывай. Делов прям до самого взросления. А сейчас я покажу вам то, что стыдно не знать в наше время. Это же тот самый поп-ит. Если что, про стыдно не знать, это я пошутил. Просто этот антистресс настолько заверусился, что про него даже песни написали в ТикТоке. Ну, эту, как там? Simple Dimple, нет, попыт. Ладно, я, кажется, уже стар для этих трендов, но штука реально расслабляющая. По сути, она представляет собой силиконовую форму с выпуклостями, на которые надо давить пальцами. Знаете, это чем-то напоминает бесконечную пупырчатую пленку, которую мы любили лопать в детстве. Давишь себе на шарики, переворачиваешь игрушку и но можешь продолжать. Если вам покажется это ерундой, то на минуточку я где-то вычитал, что Pop It не только помогает снять напряжение, но и улучшает концентрацию. На очереди умный гаджет для машины. Это беспроводные датчики парковки, которые помогут вам избежать столкновения с другими объектами. Система, встроенная в корпус, крепящийся к заднему номерному знаку при помощи четырех винтов, посылает на мобильное устройство визуальные звуковые или вибрационные предупреждения, таким образом информируя о приближении автомобиля к любому объекту на расстоянии в диапазоне от 3 до 30 сантиметров. Для управления используется мобильное приложение, которое наглядно отображает уровень опасности и посылает сигналы усилий усиливающаяся по мере достижения критической дистанции. Устройство оснащено блоком Bluetooth LE с радиусом действия в 10 метров и совместимо с автомобилями с максимальной длиной в 9 метров. Встроенного аккумулятора достаточно, чтобы гаджет проработал 5 месяцев. Перед тем, как мы поближе познакомимся со следующей машинкой, просто зацените трюк, на который она способна. Видели? Да я просто офигел, когда увидел это от такой недорогой миниатюрной игрухи. В жизни подобного не наблюдал. К тому же внешний вид у машинки довольно крутой. Спортивная вся из себя такая, с жесткими каркасами и рисунками по бокам. Колеса у нее в меру широкие, значит она не застрянет в случайной луже или там другом препятствии. Управляется, как вы уже догадались, дистанционно. Лично я считаю, что это очень стоящий вариант, как антистресс-машинка. Сел себе и управляя ей по самодельным трамплинам у себя дома, получаю удовольствие. Вы только взгляните, какие милашки. Это зверюшки, которые украсят ваш зарядный кабель. Они очень мягкие и не пережимают провод. Здесь можно найти фигурку акулы, льва, крокодила, мышки, песика и других интересных животных разных цветов. У всех них открыт рот, откуда и будет виднеться штекер. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A32. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя, а в предыдущем конкурсе победил Влад Калюжников. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока.